Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Дисан и Жека. Добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Троллинг прятки Майнкрафт». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки. Только благодаря вам выходит эта серия. Мы будем играть с закрытыми глазами. Вот в чем прикол, да. Прятки с закрытыми глазами. То есть мы вообще ничего не будем видеть, поэтому не удивляйтесь, что у меня сейчас на глазах, на башке. Но, Жека, в первую очередь, надо лайки, да. Да, надо лайки поставить, и давай ты давай, иди уже. Давай, 15 тысяч лайков, и будет новая серия. Мы прям обещаем. Да, я тебя буду ждать на своей карте. Давай. Да, ребята, на самом деле у нас сегодня прям такой необычный челлендж, потому что мы будем искать друг друга с закрытыми глазами, вот прям как сейчас. И я ни хрена не вижу, вот просто ничего. И вы задаетесь вопросом, а как мы вообще будем друг друга искать? Ну, мы будем искать с помощью подсказок. Я буду у Жеки спрашивать, ты где, слева или справа, и Жека будет мне помогать так же, как я ему. Поэтому мы построили вот такие прям сильно-сильно простенькие карты. Ну, ребята, в первую очередь, даже перед лайками обязательно подпишитесь на канал. Быстренько, кто еще не подписан... Быстренько клацнули. Это всего лишь одна секунда, ребята. Клацнули на подписку и также клацнули на колокольчик. А только потом уже на лайк. И мы, в принципе, ребята, потопали к Евгению. Я надеюсь, что я его смогу найти, потому что с закрытыми глазами это будет слишком сложно. А потом я над ним поиздеваюсь, когда он придет на мою карту. И потом я вам даже покажу, где я спрячусь, пока я не буду показывать, чтобы сохранить интрижку. А, в общем, потопали, ребята, потопали. Ну что, Эдисон, заходи на мою карту, заходи. Все, я могу начинать, да? Я могу заходить. Да, ты можешь начинать, ты можешь заходить. Ты уже с закрытыми глазами, ты что-то видишь или нет? Я вообще ни хрена не вижу, просто вижу темноту. Так, просто темнота. Хорошо, Эдисон, я тебе помогу зайти на карту, заходи. А ты сможешь поставить спаунпоинт? Спаун... Поставил? Да, поставил, все хорошо. Ох, хрена себе, с закрытыми глазами просто. А смогу написать что-то? Пиписька с закрытыми глазами. Все нормально? Офигеть, офигеть, реально написал. Да, да, все нормально. Еще и письку отправил какой-то. Так же, как где я? А я зашел на карту, Да, смотри, ты зашел на карту, я хочу немножко объяснить. Эдисон может меня спрашивать любые вопросы, я могу отмечать ему только да или нет. Эдисон, я тебе еще буду немножко подсказывать, чтобы... Хорошо, чтобы мы не искали друг друга час, поэтому все будет нормально. Так, я боюсь. Эдисон, ты сейчас уперся в... забор. Жека, у меня в руке есть меч, а то я, может, его случайно выкинул. А ты повернись в другую сторону, чтобы я понял. Эдисон, у тебя есть меч в руке, я вижу, да. И перед тобой... Где я? Ты перед тобой забор, лучше пойди чуть-чуть назад. Смотри. Да. Ага, да. Сейчас перед тобой находится небольшая такая дрень, и тебе нужно ее немножко обойти, поэтому... Я ничего не вижу, я правильно иду. Ну ты не задавай вопросы, как бы я тебе буду отвечать. Да ты не представляешь, как это сложно на самом деле, я потом посмотрю, как ты будешь это проходить у меня на карте. Я в правильном направлении двигаюсь. Нет, неправильно, нужно в противоположную сторону. У меня вопросик. Я нормально, то есть я правильно по дороге иду, я никуда не упал. А, и... не, вообще, сейчас упадешь! Назад пройди чуть, нет, ты. Офигеть, ты прошел на шифте, красава, дальше иди, как ты шел. Сюда? Да, ты правильно. Кир, повернись налево. Да. Все верно? Да, ты перед тобой дверь, Эдисон. Перед тобой о, дверь. Спасибо. То есть я ее открыл сейчас или закрыл? Да, или открыл? Да, открыл, сейчас закрыл. Открыл. Опа! Я куда-то зашел, да? Эдисон, ты куда-то зашел. Правда, там тоже что-то было? А что там было? Не, ну подожди, ты не должен скрывать где ты, я тебя должен найти, просто я к тебе должен добраться как-то, понимаешь? Задавай мне вопросы. Хорошо, мне идти прямо? Думаю, да, тебе нужно идти прямо. Передо мной есть какая-то там ловушка, яма, вода или еще что-то? Просто дорога, нет ничего. Окей, я побежал. Так, тут есть дверь. Мне ее открывать, да? Да, тебе, видимо, нужно ее открыть. Ну откуда? Так, я прошел куда-то, нет? Да, ты зашел. Ты, ну давай, спрашивай меня, я тебе буду отвечать. Ой, так, где, я в комнате, да, какой-то или нет? Да, ты в доме. У меня есть в руке меч? А, ты не видишь. Да, есть в руке, есть. А, значит, ты меня видишь, значит, ты меня где-то видишь. Так. Ну, у меня как бы тут камеры везде стоят, поэтому я тебя и вижу. Так, ты сейчас, короче, перемещаешься. Где я? Ты перемещаешься по этим, по креслам. Нажми на шифт. Молодец, ты слез с кресла, молодец. Так, подожди. Мне сейчас куда? Мне сейчас разворачиваться направо или налево? Налево. И выходите из дома, да, правильно. Выходи из него. А зачем я сюда зашел? Не знаю, зачем я зашел. Ну ты, конечно, вообще обманщик. Ты обманщик, прям обманщик. Так, хорошо. Так, хорошо. Тебя тут нету. Холодно или прохладно? Холодно или жарко? Прохладно.
Прохладно. Прохладно, Эдисон, прохладно. Прохладно. Прохладно или холодно? Холодно. Тебе нужно идти в противоположную, да, вот сюда, вот сюда. Эдисон, ты сейчас, можете спрашивать, я буду отвечать. Где я? Я не знаю, куда я зашел вообще, где я вообще. Короче, перед тобой сейчас небольшой железный лабиринт из железных заборов. О, лабиринт, ну прикольно, прикольно. Смотри, пройди чуть-чуть вперед, пройди. Ага, ага. И сейчас немножко направо. Пройди. Ага, теперь прямо. Нет, не сиди так сильно направо, прямо налево. Ага. Жека, так сложно, ты себе даже не представляешь, я ни хрена не вижу вообще ничего. Ага, молодец, молодец, ну, проходи, ну. проходи, теперь с того налево. Мне кажется, он меня троллит, паскуда, зараза. Проходи, беги, прямо, прыжок. Опа, все, молодец, Эдисон, перед тобой есть пещера и слева от тебя дом. Ага, все понятно, все ясно, да, я все понял, ага, и куда мне? Мне в пещеру? Теперь тебе... Где жарче? Где жарче, в пещере или в доме? Нет, в доме жарче, чем в пещере. Окей. Дом слева от меня. Да, вот еще. Я правильно иду? Да, и здесь на доме, вот где-то я сейчас, значит, прям наспрыгнешь на его стенку, тут есть лестница. Где-то здесь есть лестница, тут нужно ее найти. Чего, еще и лестницу найти? Куда мне идти? Мне направо, направо сейчас. Да, направо, прямо, молодец, смотри, ты сейчас смотришь чисто на стенку. Вот здесь есть лестница, сейчас куда-то смотришь, там есть лестница. Я возле лестницы? Не-не, прямо чуть-чуть, пройди прямо. Молодец, тут есть лестница, молодец. Я забираюсь по лестнице, нет? Да, ты забираешься по лестнице. Теперь ты находишься на крыше. На крыше дома. На крыше, хорошо. Я упаду сейчас с крыши или не упаду? Если ты пойдешь прямо, то нет, тебе нужно напрямо и немножко левее. Угу, правильно, иди. И здесь ты увидишь проход. А ну не увидишь, тут будет весь проход. Вот проходи дальше, прямо. Нет, левее, прямо. Молодец. Какой проход? Куда проход? Справа от тебя сейчас есть проход, справа от тебя есть двери. Какая двери? Слева, справа! Вот тут видишь двери? Иди на звук. Да, я вижу двери, да! Спасибо за кэп, очевидность, я вижу нет, двери, да. Слышишь. Вот сейчас молодец. Слышу, да. Так, теперь должен сюда пройти. Прямо, проходи. И тут проходи вовнутрь. Ты сейчас находишься в башне над домом. Тут есть еще одна лестница, забирайся. Я забираюсь? Да, слышу. Ты забрался. Только сейчас, вот, развернись, и тут, когда сейчас смотришь, тут есть... ты сейчас находишься не на доме, а на церкви. Ага, сейчас ага. Перед тобой находится крест. Ага. Я еще... Так, подожди, где я? Да. Так, я слышу, я куда-то забираюсь, да? Да, точно забираешься. Я не знаю. Жека, ты, мне кажется, ты меня троллишь. Где ты? Ты только что меня ударил. Да я думаешь, я что? Где ты? Ты меня скинул. А, то есть я должен тебя сейчас еще догонять, да? Да не, я к тебе как бы забираюсь все время. Вот давай, вертись по кругу. Куда бить? Какую сторону бить? Молодец, создал маленький КХП. Молодец, Эдди справился. Это дебилизм какой-то, нафиг. Это капец, как странно. Я не знаю, Эдисон, как ты не будешь объяснять? Да, хорошо, сейчас я тебе объясняю. Пошли. Давай, пойдем. Подожди, мне нужно забрать вот эту твою шляпочку. Давай. Мою шляпочку. Ага, конечно. Держи! Так, Эдисон. Твоя очередь мучаться, твоя очередь. Так, подожди, тут такая проблема. Меня вообще слышно? Ну, немного слышь, немного. Да, подожди, да. А ты полностью надевал это или не полностью? А, ну, я рот приоткрывал. Так, рот приоткрывал, я тоже так сделаю, чтобы не было. Да, главное, чтобы ты ничего не видел. Подожди, я не знаю, куда мне идти. Вообще, я на карте, я не на карте. Нет, еще нет. Не на карте. Ты на шифте не стой, то я не вижу твой ник. Мне на глаза давит, ёкана баба. Иди прямо. Я их закрою, чтобы мне вообще ничего не видеть. Матушку твою, я сейчас сейчас... Я нажал левее, ну господи, помилуй! Так уже хорошо, я прячусь, но сейчас я к тебе приду, открою дверь эту странную, лучше дурацкую. Лучше убей меня просто, у меня спаунпоинт от твоей карты должен стоять. Ничего я не буду делать. Карты. Проходи нафиг! Правее чуть иди, правее! Ага. Зод, заходи! Поздравляю, ты зашел, да. Отлично, так куда мне идти? Сейчас, да, я спрячусь, а то я бегаю тут. Ты слева, ты справа? Я не знаю, я еще даже не спрятался, подожди. Че холодно? Я ничего не понимаю. Твою мать, как ты вообще меня нашел? Холодно, прохладно. Я тоже не знаю. Подожди, я еще даже не спрятался. Иди прямо. Левее. Налево иди. Налево. Подожди, давайте вопрос буду задавать. Я смотрю в правильном направлении вот сейчас? Нет.
А сейчас правильно? Нет. Нужно мне нужно посмотреть направо? Направо чуть, да. Вот так? Да, иди прямо. Ага, хорошо, иду прямо. Что ж, я что же передо мной? Ледяная стена перед тобой, ледяная стена. Хорошо, я иду направо. Нет, ты пошел прямо, это не направо, ты прямо пошел. Вот это направо. Это назад. Назад и сейчас налево. Это направо. Да, вот. Прям, да, правильно, правильно. Да. Ага. Я слышу такие звуки. Да, и ударился об стенку на начале карты. А, зашибись. Прикольно, прикольно. Развернись! 180 градусов. Это очень сложно. Это 360, а не 180. Это ты опять на 180, ты обратно развернулся. Да, это, блин, я не понимаю. Потому что у тебя чувствительность нереальная. А назад иди, иди назад. Иди назад. Назад так, да? Налево. Молодец, молодец. Сейчас налево, прямо, прямо, прямо. Направо. Прямо вот так, да? Направо и прямо. Направо чуть и прямо. Прямо, да? Да. Сейчас на... Назад иди, я не сказал так далеко идти. Так. Да я не понимаю, сколько мне идти. Иди, иди, иди налево, иди налево, налево. Иду налево. Ты пошел прямо, это не лево. Я не знаю, как ты ориентируешься вообще лево, в пространстве. Иди назад, назад чуть. Назад. Сейчас налево чуть-чуть и прямо иди. Налево и прямо. Прямо. Да. Молодец, молодец! Так, стой на месте, стой на месте, стой на месте. На два... На 10 сантиметров вперед. 10 сантиметров вперед. Левее, левее, да. Сейчас иди, иди вперед. Главное тебе не упасть, потому что там. Да, направо. Да нет! Нет, дебил! Назад, иди назад, 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 назад. Молодец. Смотри чуть правее, правее чуть смотри. Иди прямо, иди прямо, да. Да, иди прямо, все, иди прямо, ты перешел на другой остров. Поздравляю, ты выбрался с ледяного лабиринта. Сейчас у тебя заброшенные домики перед тобой. Ага, прикольно. Вот. Все, да, дальше сам спрашивай, я не буду тебе подсказки давать. Хорошо, мне направо идти? Нет. Мне налево идти? А как тебе вообще отсюда выбраться? Хорошо, нет, 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 не налево, нет, не налево. Прямо. Да, прямо и направо чуть-чуть, прямо и направо. Правее. Правее, да. Правее, ты застрял в углу. Да, иди прямо и сейчас налево, налево иди. Налево, не прямо! Иди, да, да, еще левее, еще левее. Сейчас налево, налево, налево. Куда это вообще идти? Прямо иди, прямо, да. Сейчас на один блок ниже спустись. Вот это, конечно, ты дал мне задачу. Молодец, так, молодец, так. Иди прямо. Вот так ровно, иди, иди, молодец, молодец. Иду, иду. Я когда иду? Я тебя не вижу! А, все, прямо, да. Сейчас налево, 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 повернись и прыгни на один блок, подпрыгни, подпрыгни. Да, все, молодец, молодец. Иди прямо, прямо. Я манал во все места этот челлендж, потому что это нереальное что-то. Иди, ты где? Я потерял тебя! Так, подожди, иди, иди левее, левее. Левее, еще левее. Левее, 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 вот, молодец. Так, сейчас Жека будет сложно, на самом деле. Сейчас очень будет сложно. Где, иди, стой открывает? На месте, стой на месте, стой на месте! Куда ты пошел? Назад иди, иди назад. Почему гемот 0, если у меня не гемот 0, потому что я, по-моему, что-то ломать могу, или нет? Я тебя убью нахрен, честно. Я не знаю. Иди налево, налево иди сейчас. Налево, хорошо. Иди прямо, прямо, прямо. Да, ты зашел в башню! Поздравляю тебя, Евгений, поздравляю! Ты молодец, ты настоящий молодец, ты зашел в башню. А что тут в башне? Тут в башне... Встань шифта, то я тебя не вижу. Ах, ёханый бабай. Иди прямо, иди прямо. Правее, проверь, проверяй, где лестница. Да, вот, 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 вот. Еще чуть вперед пойди. Да, 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 вот, 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 стой на месте. Назад пойди, пойди назад. И прямо, прямо, прямо иди, иди прямо, да. Молодец, я молодец. Забираюсь куда-то? Да, ты забрался. Развернись на 180. Развернись на 180. На 180 развернись. Ага. Ты развернулся на 360. Иди ровно прямо, да, 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 да. Прямо, 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 прямо. Молодец, какой умничка. Прям му-му-му. Так, сейчас на 90 развернись. На 90 развернись. Это развернулся куда? На 180. Налево, направо. Вот, еще чуть, еще чуть. Вот, да, да. Да не вертись, как муха у тебя в заднице. Нет, на 90 налево развернись. Да, иди прямо. Ровно прямо, 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 прямо. Молодец, какой умничка. Вы только... Ты сейчас главное не грохнись. Сейчас главное не грохнись, поэтому стой на шифте. Иди назад, назад иди. Назад, 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 назад. Стой на месте, стой на месте, стой на месте, стой на месте. Развернись на 90 налево, налево. Сейчас налево, налево развернись. Налево, чуть-чуть налево. Молодец, еще чуть налево. Еще чуть налево, иди прямо.
Да, перед тобой молодец, молодец, какой умничка, какой умничка. Прыгни, прыгни, подпрыгни, подпрыгни. Ага, ага. Молодец, стой на месте, ты на верхушке башни. Развернись на 180 градусов назад, развернись. Да, давайте там, может, на 200. Стой, 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 нет, нет, вот, иди прямо, иди прямо, иди прямо, подпрыгни. Иди прямо, стой на месте, стой на месте, стой на месте. Не наверх смотри, а прямо смотри, не знаю, куда ты в космос смотришь. Да. А, возле, вот ты прям за 10 сантиметров от кнопки, которую тебе нужно нажать. Чего? Какая нахрен кнопка? Чуть левее она чуть левее. Издеваешься? Ты открываешь двери, которые левее от тебя. Ты нажимаешь на кнопку, и двери открываются левее. Да, молодец, молодец, молодец. Нет, двери перед тобой, но кнопку надо нажать, чтобы открыть двери. Да какую нахрен кнопку? Я ничего не понимаю. Где она? Хорошо, я тебе тут проход сделал. А, заходи, заходи внутрь, заходи. Заходи. Мне кажется, тебе еще уже минут 15, честно говоря. А, да, 14 минут ты меня уже ищешь. Нормально, нормально. Да. Ну что, стой на месте, стой на месте, ничего не делай. Стой на месте, стой на месте. А у меня вообще меч есть в руке? Нет. А тут есть? Нет. А тут есть? Нет. Я же за меч забыл. Короче, стой на месте, сейчас я тебе дам меч. Жека, ты просто не беспокойся, все будет нормально. Все будет нормально, Жека, не беспокойся. Я тебе даю меч. Подожди, не дал тебе меч. Я больше не хочу. Подожди, я тебе даю меч. Да ты подожди. Держи меч. Не-не-не, стой на месте. Так, все, у тебя меч в руке, у тебя в руке меч. Когда? Прикольно. Стой на месте, вообще никуда не двигайся. Вот, не двигай даже камерой, чуть выше подними. Uh-huh. Вот, молодец. Стой на месте, стой на месте. Снимай маску. Здравствуйте! Давай, дери своим мечом. Я вообще-то спрыгнул вниз. Я вообще-то вниз спрыгнул. А я ж тебе дал меч же, каменный, деревянный. Ага. Ты мне ничего не дал, ты мне дал лопату. Не, я тебе дал меч и лопату. Ну чё, как впечатление? Как впечатление? Это слишком просто, да? Слишком просто. Да у тебя тут вообще жесть на самом деле. Ага, вот, да, вот это капут жесть. Да ничего тут не жесть. Да это жесть. В общем, я хочу сказать огромное спасибо подписчику, который предложил вот эту ненормальную просто идею. Потому что это вообще дурдом на самом деле. Но что самое главное, сейчас подожди, в комментариях пишите даже прямо сейчас, какую следующую серию вы хотите видеть с каким челленджем. Если будет нормальный челлендж, мы его 100% выберем. Да. Также, ребята, у нас появилась небольшая идея для этого челленджа, как ее модернизировать. Мы можем добавить сюда ракеты, чтобы идти не просто налево-направо, да, а на слух. То есть мы слышите ракеты и идти туда, куда они летят. Да. В следующей серии будет еще интереснее, чем вот это. Поэтому, ребята, если вы хотите видеть следующую серию троллинг-пряток, ставьте лайки. Давай наберем по 15 тысяч лайков и на моем видосе, и на Жекином. И сразу же выйдет следующая серия. Да, ребята, всем спасибо, всем пока. До свидания.